Музыкальный класс здесь не только поют, но и проводят подвижные игры. Ирина Сюткина в детском саду номер 5 уже 5 лет. Училась на педагога начальных классов в Славянске на Кубани. Переехала в Анапу и сообщила о себе в службу занятости. Здесь как раз искали воспитателя. Прекрасно помню этот день. Мне дали подготовительную группу. И так как я не работала еще с детками дошкольного возраста, мне было немножко, конечно, сложно. Добрая, отзывчивая. Ласковая, умеет работать с родителями, очень легко вступает в контакт с другими педагогами. На первых порах помогали коллеги. Непосредственно в команде работают сменный воспитатель и помощник. Параллельно получала необходимое дополнительное образование. Теперь Ирина уже дипломированный специалист, но главный багаж – то, что не преподают ни в одном вузе. Оно или есть, или нет. Улыбка, доброжелательность, ласковое обращение к каждому ребенку. Они видят, когда их встречают с улыбкой, выходя в групповую раздевалку, пришел ребенок, доброе утро, говоришь с улыбкой, светятся глаза, и ребенку сразу хочется улыбаться, он с удовольствием заходит в группу. Конечно, труд нелегкий, сказать серьезно, сложно, бывают и сложности, но благодаря тому, что мы работаем все вместе, поддержке моих коллег, у нас все получается прекрасно и справляемся. Теперь Ирина совершенствует себя в профессии, старается участвовать в семинарах и конкурсах профессионального мастерства. В ее активе две победы на муниципальных этапах и второе место на всероссийском конкурсе. Любит всех детей и, конечно, мечтает о собственных.